что-то где-то радар машет. По-моему, с правой стороны стоит машинка. Сейчас посмотрим. Thank you.
Горск 20, туда заезжать не будем. Это на поворот направо. Знаки не убирают, работы не ведутся, а знаки стоят. Вот интересно. Можно остановиться, отдохнуть. Тем более, если с семьей ехать, это очень важно. Кто впервые? Посмотреть на Карелию в конце лета. Но те, у кого нет возможности путешествовать на автомобиле, хотя бы посмотреть видео об этом крае. Для школьников это пригодится. Это видео.
потом это, скажем, высокопарно летопись дорог. Вот у меня было видео, снятое давно, Владивосток, Москва. Там можно посмотреть, как строилась трасса Амур, какие были условия. Сравнить, как было и как стало. Это видео не художественное, фильм, это скорее документальный. Документальное видео о этапах развития наших российских дорог. Вот не помню, у меня сохранилось видео или было ли видео, когда шло строительство трассы Кола. Не могу вспомнить. Относительно недавно стал снимать такие видео, может быть, лет 7-8 тому назад. Призываю всех автотуристов тоже снимать полное видео, обошлите с комментариями, со своими объяснениями. Думаю, это интересно будет. Может быть, со временем дороги будут совсем другие. Сейчас смотришь иногда старые фильмы исторические, какие были дороги, как люди ездили по этим дорогам. Художественные фильмы. Было бы очень интересно, скажем так, параллельно просматривая два видео 50-летней давности и современный период. Правый поворот на Медвежий Гост. Но сегодня туда заезжать не буду. Thank you.
название трассы Кола. Надо, наверное, от Кольского полуострова взята часть. Надолго хватило зарядки смартфона для полноценной навигации на день. Часа, наверное, 3-4.
В общем, от Кекера до Медвежьегорска дорога очень хорошая. Два уровня сигнала.
есть у меня второй смартфон. А теле два вообще нифига. Роуминга нет. Мегафон. Два деления. Уровень сигнала. Три. Так вот, выбирай теперь оператора связи. Мегафона 4 деления. Раскрученный теле 2. Сдох. Вот такие фигурки. Надо сфотографировать будет. Корни дошли до скального слоя, и все. Время погибли. В Сибири, в Якутии, там понятно, вечная мерзлота, корни доходят до вечной мерзлоты, тоже дерево гибнет. Спасибо.
расход бензина на данный момент 5,3 на 100 километров. Пройдено 545 километров. Время пути 8 часов 48 минут. Средняя скорость 62 километра в час. Запас хода бензина на 470 километров. Ну, учитывая то, что я полный бак залил, можно ориентироваться примерно вот на такие вот показатели, на такие цифры контрольные. Уровень топлива в баке показывает чуть больше половины. Бензина в баке чуть больше половины. Половина бака. Мегафон показывает уверенную связь. Весь индикатор высветился. Показывает на Huawei 25% осталось заряда. Интересно, что, на что реагирует сейчас вот радар-детектор? На какие излучения?
запах бензина в салоне. Надо бы проверить канистру. Пожар подходил к самой трассе. Вот мы. Thank you.
Хотели, конечно, чтобы отдали под инфраструктуру на трассе Кола. Заправку, гостиницу, это такое, стоянку в конце концов. Где только этой Москвы нету, блин. Сидели бы в своей долбанной Москве, не рыпались. Нет, по всей России расседают. Это я любя.